Онкология кожи и другие кожные заболевания в Сочи стоят на первом месте. Причина тому – длительное пребывание людей на солнце. Первоначальные признаки кожного заболевания – это проявление язв, длительно незаживающие раны, изменение формы, размера, цвета и кровоточение родинок. Чтобы не допустить развития патологии, необходимо вовремя обратиться к специалистам. Ведь раннее выявление меланомы способствует полному ее излечению. Акция, посвященная диагностике опухолей кожи, пройдет 21 мая с 9 до 12 и 23 мая с 8 до 16 часов. Будут присутствовать три основных специалиста. Это хирург, это мамолог и гинеколог. Пациенты могут обращаться к нам в диспансер с подозрением на опухоль, с длительно незаживающей родинкой, корочкой, с любым образованием, которое выросло на коже, либо поменялось в последнее время. Мы будем диагностировать ее клинически, будет проводиться дерматоскопия, будет проводиться забор материала для цитологических исследований. При необходимости будут выполняться УЗИ и другие виды необходимых исследований. Сочинский онкодиспансер – единственное учреждение в городе, которое обеспечивает замкнутый цикл лечения. Здесь проводится диагностика, консультативная помощь и выполняются любые виды операций. При обращении в лечебное учреждение необходимо иметь с собой паспорт, медицинский полис и СНИЛС.